Добрый день, меня зовут Смирнов Алексей, я сотрудник Московского дома книги, и сегодня я вам расскажу о книгах по искусству и культуре. Обращу внимание сразу на новое поступление, которое я держу в руках, это «Проданные сокровища России». Книга, которая впервые была издана еще 20 лет назад и сразу стала библиографической редкостью среди тех, кто интересуется историей того, как в 20-30-е годы Россия, Советский Союз уже в то время, потерял массу своих фондов, передав и продав их за рубежом для того, чтобы восстанавливать экономику, в целом страну поддержать финансово. Но эти мнения относительно выгоды продажи книг все-таки спорны, на мой взгляд. Есть масса авторов, которые считают, что в то время, когда происходил мировой кризис конца 20-х годов, начавшийся в Соединенных Штатах Америки и не коснувшийся СССР, не было необходимости перевозить, перемещать и продавать произведения как прикладного искусства, так и изобразительного искусства за рубежом, поскольку это стоило все небольших денег. «Проданные сокровища России» — это каталог тех произведений искусства и культуры, которые ушли за рубеж безвозвратно и потеряны для достояния России. Будет интересно тем, кто занимается этой темой, кто изучает историю Советской России, о том, что происходило в 20-30-е годы, как страна развивалась и каким образом менялось ее культурное наследие. Вот именно тем, кто этим интересуется, посвящено это издание. Нашей культуре был нанесен глубочайший урон. Нанесен сознательно, воплотив на практике прочную идею безраздельного права государства распоряжаться культурным наследием страны. Всякое обладание культурным наследием налагает на владельца, будь то государство, учреждение или отдельный человек, определенные обязательства и ограничения. Это крайне важный принцип, не совсем согласующийся со священным правом собственности, но необходимый для выживания мировой и национальной культур. Михаил Петровский, директор Государственного Эрмитажа. Составители предыдущей книги – это сотрудники Государственного Эрмитажа. Не исключением является также и Георгий Соколов, автор книги «Неофициальное искусство Ленинграда». Здесь собраны те произведения искусства, которые создавались в поствоенном, постблокадном Ленинграде в 50-е и 60-е годы. И они, конечно, отличаются от того, что признано официальным искусством, когда главной концепцией, главным направлением был соцреализм, который воспевал труд героев труда, работников труда. Это была господствующая концепция, которой у этих авторов Петербурга, Ленинграда тогда не было в основе их творчества. То есть они изображали Ленинград своего времени, глядя на него, наверное, глазами обычного человека. То есть это эмоции людей, это зарисовки в парках, в садах, рядом с памятниками архитектуры, где они изображали детей, обычных людей. То есть обычные эмоции, потому что, наверное, в эпоху, в период Великой Отечественной войны, когда город находился более 4 лет в блокаде, наверное, меняется мировоззрение. Люди переосмысливали свои творческие направления и потом смогли их реализовать очень глубоко именно уже поствоенное время. Итак, «Неофициальное искусство Ленинграда», новая книга. Никогда ранее ни один искусствовед не обращал внимания на эту тему. Обращу внимание ваше, я теперь на это искусство. Кому это будет очень интересно, пожалуйста, приходите в наш магазин, полистайте, обратите внимание, приобретайте. После Великой Отечественной войны с приходом в искусство нового поколения сложилась общность неофициальных художников. Тех, которые изначально не могли или не хотели поместиться в прокрустово ложе советской культурной нормы. Некоторые из них работали официально как иллюстраторы или дизайнеры, но многие вынуждены были искать подработку как классические диссиденты, дворники и сторожа, только чтобы не числиться тунеядцами. Быть сориентированным в искусстве, в культуре сейчас, наверное, очень важный элемент в нашем информационном обществе. То есть мы обязаны знать те минимальные, скажем, да, какие-то азы в истории искусства и культуры, чтобы быть осведомленными, чтобы являться человеком с большим кругозором. От этого нас требуют самые разные сообщества в большом информационном мире и потоке информации. И для этого я вам подготовил две книги, которые
помогут восстановить или восполнить пробелы в знании искусства, в знании истории искусства, истории культуры. Начну я с книги для читателя взрослого. Это Павла Волкова «Полная история искусства». Все ее лекции, которые она прочла на телевидении, здесь в печатной форме содержатся в этом полном издании. Книга построена по хронологическому принципу от древности до 20 века и в легкой, непринужденной манере написанная, она поможет вам стать, ну, фактически экспертом в области искусства и культуры. Рекомендую для прочтения в любое время года, как настольное произведение Павлы Волковой. Если вы уже что-то читали или слышали о ней, пожалуйста, оставляйте отзывы и свои комментарии. Я полагаю, что вся та история культуры, которую мы знаем не только благодаря тому, что она является предметом музейного хранения или археологического обнаружения, а еще и потому, что она отвечает на какие-то вопросы и сейчас. Это мост через бездну. Это эхо, отголоски, отклики. Сегодня несомненный кризис идей и идеологии. Почему бы не взглянуть на мир с иной, не принятой еще позиции? Читателям такая книга необходима. Но мы с вами люди взрослые, но есть дети, которым также нужно объяснить суть искусства. Да? И вот в данном случае я держу в руках удивительную историю искусства детям, автором которой являются два автора – Анастасия Постригай и Татьяна Григорьян. Итак, это целая серия книг. Первая из них захватывает период от Древнего мира до Леонардо да Винчи, то есть до эпохи Возрождения в Италии, хотя эпоха Возрождения – это более широкое понятие географическое. Итак, здесь, в этой книге, от первобытного общества, когда еще не было письменных источников, но уже появились изображения, сделанные руками древних первобытных людей. Так вот, они как раз в этой иллюстрированной книге, которая, на мой взгляд, великолепно подходит детям как дошкольного, так и среднего школьного возраста, ну, не более, наверное, как раз вот с такими прекрасными иллюстрациями, на которых изображены памятники архитектуры, памятники изобразительного искусства. Как раз вот рассказывается о том, чем же каждая эпоха отличалась, почему были именно такие произведения искусства созданы в то время. И книга делится прекрасно на две части в виде теории и в виде практики. То есть здесь, в данном случае, нам предлагают своими руками, с помощью родителей, детям создать великолепное произведение искусства, которое будет по стилю, по внешнему виду напоминать то, что создавали жители той или иной эпохи в истории человечества, да, то есть либо жители Древнего Египта, либо римляне, либо уже европейцы в Италии, во Франции. Вот именно так построена эта книга. Форма книги, ее построение очень тоже также непринужденное, и я думаю, что оно понравится и вам, и вашим детям, и сподвигнет потом на создание произведений собственными руками. У нас прекрасные новости. Ты отправляешься в путешествие. В этой поездке тебе не понадобится ни чемодан, ни билеты. Только эта книга и фантазия. Сначала мы отправимся в темную пещеру, где будем рассматривать удивительные рисунки, которым уже 40 тысяч лет. Потом ты попадешь в гости к египетским фараонам и в театр древних греков. Ты встретишь средневековых рыцарей в доспехах, побываешь в их замках, а потом познакомишься с великими художниками всех времен – Леонардо да Винчи и Микеланджело. На протяжении всего маршрута ты будешь много играть, рисовать, лепить и строить. Ты узнаешь, как сделать краски из яичного желтка и цветных мелков, как возвести древнеегипетский храм из бумаги и как превратить свой дом в настоящую первобытную пещеру. Спасибо за внимание. Был рад вас познакомить с книгами об искусстве и культуре. Ждем вас в Московском доме книги.